Ну что, ребят, растения я уже распаковала. Ириночка, спасибо огромное. Замечательных два экземплярчика. Это шикарный бордо и дикий кот голландского происхождения. Я давно что-то цветущих не получала, не приобретала. Как-то все с подростками, подростками. Вот. И давайте сейчас бегленько посмотрим внешний вид. И на этом я уже буду ролик завершать. Так как я очень много времени уделила на распаковку, очень много счастья было и радости. Вокруг скакала и прыгала. Действительно, азиатский и голландский кот отличаются. И по окрасу голландец, мне кажется, более насыщен, более, ну я не знаю, у меня подростки цвели, там более светлее был, более блеклый такой, не сильно выразительный. А тут прям аж вот чернильно-бордовые, прям аж с черными темными оттенками. Потрясающий, конечно, сорт. Я все как-то не решалась его приобретать. И все время любовалась со стороны на фотографиях. Вроде на фотографиях кажется, это так, ну, вроде пятнистый, ничего особенного. Но когда в жизни его видишь, действительно впечатление море. Огромное впечатление. Он на меня произвел. И сам по высоте, ну, видно, что породистый, действительно породистый котик. И тут еще, ой, бутошка остался. Не только при транспортировке, но и уже как от цветашки, да, я заметила на фотографиях, и немножечко у нас, немножечко посыпалось. Ну, это совсем немножечко, глядя на такую громоздкую, шикарную, пышную гроздочку, веточку, как это, дерево целое, да? Просто не могу глаз отвести. Состою, любуюсь, любуюсь, рассматриваю, рассматриваю. Все перламутры, все переливы, оттенки от розово-малинового до глубоко-фиолетового, бордового, чернильного, такого аж даже черный где-то присутствует местами. Действительно обворожительный сорт. И второй ко мне приехал, это мультяшка, хотя глядя на нее, очень похож со стандартом в размахе листа. Но тут и немножко видно, лист шире. Вот, тут немножко листик, не пойму, то ли холод достал, но лист сухой. Да, скорее всего, чуть-чуть переохладился. Ну, это, как всегда, мы вот так вот листик, наверное, чикнем. Вот, сейчас они еще согреются у меня. Ребят, перед тем, как полностью распаковать растение, саму коробку. Коробку я принесла и дома, она у меня стояла даже чуть больше часа. А может, даже и два. Знаете, как мы кушать готовили с мужем? Я даже на часы не обратила внимания. То есть коробку я только сверху приоткрыла. И саму упаковочку, утеплитель, вон они лежат еще. И так я оставила просто подышать растению и дать согреться, чтобы не было резкого перепада. То бишь за эти 2 часа уверена, что растения уже согрелись. И даже уже видно, что немножечко начинают листики так расслабляться уже так. То есть я не скажу, что они были там сильно переморожены, переохлажденные, но замечательно. Внешний вид. Ну, меня очень устраивает. Тем более, что шикарный бордо у меня практически до взрослого растения дорастал. Единственное, что в массе мы никак не могли нарастить больше 4 листьев. Тут у нас, это видно, старый деточный. Естественно, буду пересаживать, так как я вижу, тут брусочки кака чипсов. Торфяного стаканчика пока не вижу. Ну, в скоростях я показала, что он частички торфа сидит, частички коры. Ну, действительно, корневая очень классная. По поводу пересадки я еще подумаю. Мне что-то хочется посадить в сырные горшки. Но у меня их сейчас пока мест нет. Это надо идти в магазин покупать. Вот. Я заметила, мультяшкам очень хорошо подходит система вот этих вот сырных горшочков. Они себя очень комфортно чувствуют. Хорошая аэрация корней идет. И, естественно, кору я уже тоже приобрела. Подготовилась, так как я уже знала заранее, что приедут растюхи ко мне.
Ирочка, спасибо огромное. Это просто потрясающе. Я в восторге. Все отлично. Процветание, как всегда я говорю, процветание, расширение. Всегда довольных заказчиков, покупателей, и девочек, и мальчиков. Дикий кот тоже вроде все в порядке. Ты я камешки на перевес поставила. Бо он хилится, падает. Я его все время бегаю, ловлю. Вот. Просто и слов не хватает. От счастья и радости, и воздуха не хватает. Вот слышите, я уж на последнем дыхании от счастья, от радости пытаюсь рассказать быстренько сейчас, чтобы я его не перевернула. Сейчас еще один камешек уберу. Собственно говоря, с растюшками все в порядке. Я так бегленько пробежалась. Ничего плохого такого я не заметила. То есть, если где и будут в пазухах, там, по-моему, пыль я сейчас обнаружила. Ну, это все я буду еще тщательно разглядывать уже за кадром. Да, похоже, пылючка там присела. Вот. Если будет что-то такое, естественно, я обработаю. Мучнистый червец. Ну, там, по-моему, паучок. Только что паучок маленький пробежал. И, кстати, вот здесь вот, где оторванный цветочек был. Ну, я его сама уже оторвала. Была паутинка. Угу. Это, наверное, паучок жил. Как всегда, паучки любят селиться на таких прекрасных, шикарных растюшках. Я, как всегда, при распаковке растений применяю две кисточки. Я мельком тоже это показала. Вот, вот такие вот две. Одну такую, другую такую. И плюс еще на всяк пожарный зубочистки где-то пазухи почистить. Если кто-то выбегает, тут же я сразу моментально реагирую. Если никто не выбегает, ставлю все равно растения на карантин. Стоят у меня месяц-два, пока я остаточно не убедюсь в том, что растения здоровые, крепкие. И можно уже, как говорится, с уверенностью поставить их в общую коллекцию. И дальше дружная семейка, они там будут подрастать. И замечательно нас радовать своим цветением. Да, немножечко все-таки сейчас ночью заморозки пошли. Хоть мы и немножечко, да, обсуждали этот момент в личных сообщениях, но вот все равно там-сям где-то растение достает этот холод. Тут еще пятнышки пошли какие-то. Может, они уже были, не знаю. Вот точечки. Ну, будем надеяться, что они подсохнут. Растенька еще остаточно нагреется у меня, согреется. Придет в себя, очухается. Я думаю, что в ближайшем будущем, в течение месяца, все, естественно, проявится уже, как говорится, на лицо. Уже все будет видно, что не так, что так было. В посылке, не в посылке, не важно. То есть я очень довольна. А, и еще сейчас добавочно покажу вторую посылку. Она очень маленькая. Я соблазнилась на еще дополнительный материал для орхидеи. Это спалмоз. Тут 100 грамм. То есть это очень тоже такая толковая вещь, без которой мы тоже не можем справиться. Особенно, когда к нам приезжают подростки. И нужно пересаживать растения. Или колбы девочки разбивают. Этот мох тоже замечательным образом выручает в данной ситуации. И в него можно замочить. Он хорошо увеличивается, расслаивается. Вот. И в то же время придает объем. И можно замечательным образом как маленькие, так и крупные подростки. И вплоть чуть ли не до взрослой, до взрослого растения их выращивать. На этом я ролик завершу. Всех поблагодарю. Я всем довольна, счастлива, как никогда. То есть вам, ребятушки, всегда исполнение желаний, всех возможностей. Пусть ничто мимо вас не пройдет. И все, что вы хотите, пусть у вас сбывается и пусть приобретается. На этом до новых встреч. Пока-пока.